Всем привет, с вами Степа, и мы, наверное, закончим играть в Sonic Mania, потому что я наконец-то собрал все изумруды хаоса, наконец-то! И начнем с финальной зоны. Ну чё так светло-то? Насел как мог. Вот он, Суперсоник. Всё, по музыке услышите. Блин, я забыл сказать. Когда я проходил из Эмеральда Хаоса, там раз какой-то баг произошел и звук потерялся. Не знаю, почему так получилось. Это финальная зона, там добираться далеко, так что я чечерю. Как про это правильно сказать? Короче, не вот так я говорю. Простите, что если будет так светло. Хотя и так светло. Суперсоник и погнали. Ничего себе, что землетрясение делает? Да, я делаю землетрясение. Круто. И, кстати, когда я получил это достижение, когда я получил 7 изумрудов хаоса, как же без достижений, да? Ну, то есть достижения мне дали. Ну,
очевидно же. О чем говорил? Блин. А, вот где последний. Серебряная медалька. Нет, нет. Дальше я забыл куда. А, как показано. Ну, тот уходил. А, Эгман. Ботник. А, да, все.
Сражаемся с финальным боссом. Наверное. Бойся на меня сесть. А, я могу бить его. Опа, 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 что-то другое пошло. Финальный босс, секретный босс, секретная концовка сейчас будет. Суперстолик ставил. Тут пак есть? Есть. А, я могу нажимать прыжок, он умеет вот так делать. О, побежден. Кроме этого, я думаю, да. Все, победил. Финальный босс побежден. Это круто.
Да, наконец-то из этих изумрудов и наконец-то освободил это. На камере не видно, но там Соник подмигнул нам. Блин, так светло, ничего не видно. Хотя вы так знаете Соник Манию наверняка. Серьезно, даже без достижений? Окей. Я, мэн... Чего? А, это, наверное, из-за того, что я собрал это. А что это означало? Опция. А, это? Понятно. Ну, короче, все. Вот это вся серия про Sonic Mania. Sonic Mania появилась не будет, и прохождение за Knuckles'а тоже не будет. Потому что так. Ну, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Степа, всем пока.